Оформление подарка – важная штука. Порой она вызывает столько же эмоций, сколько и сам подарок. Обычно это коробка. Коробочка квадратная, коробочка прямоугольная, коробочка круглая, коробочка, много коробочек, корзинка. Попробуем сделать что-то оригинальней. Берем большой грецкий орех с тонкой кожурой и вот так его чуть-чуть вот так пристукиваем. Потом аккуратно лезвием вот так вот его открываем. Вот это все надо удалить. Вот что у нас получилось. Теперь сюда кладем подарок. Ну, предположим, денежку. Вот, можно и машину так подарить. Взять маленькую модельку игрушечную и поставить сюда. Теперь как клеим. Клей наносим в нескольких частях только. Вот так вот. Я использую двухкомпонентный суперклей. Можно обычный суперклей использовать, можно использовать и момент, и ПВА, все что угодно. Вот и аккуратно его скрепляем. У меня клей двухкомпонентный с отвердителем. Теперь вот термоклеем палочку сюда приделываем какую-нибудь и идем на улицу красить. Красьте на улице. Красьте тонким слоем сначала. Дайте чуть-чуть высохнуть. Потом вторым слоем можно дать. Красить можно любым цветом. Я выбрал вот золотой, типа дорого-богато. Теперь вот этот вот клей термоотклеиваем. И вот здесь надо еще подкрасить. Используйте перчатки обязательно. Вот что у нас получилось. Дарите на здоровье. Всем бахор!